Ну вот что хотел сказать, что управлять можно одной рукой, даже вот не по снегу я, в принципе, передвигаюсь. По траве, ну нормально, ничего не могу сказать, все отлично. То есть вот я одной рукой управляю, во второй руке у меня телефон, нормально. Он как змея действительно идет между деревьев за счет модуля толкача. Подогрев ручек, отлично. Греет неплохо. На первом положении стоит, но греет неплохо. Кнопка. Ну вот, мне лень было пешком идти, я поехал за консервами в другой домик на урагане. Нормально, отлично, ну, уже говорить что тут. Если я на него летом осенью ездил, то сейчас скользит вообще отлично. Неплохо.